В предыдущей серии к берегу прибило тело. Откуда они взялись? Айртон, ты бросил меня, когда ты мне так нужен. Это Айртон. Нет, их надо убить. Я сказал, не стреляйте. Мы тебя не обидим. Вы потеряли моего сына? Не выходите. Его нужно найти. Отдайте нам Нуи. Что он сказал? Если они убьют Герберта, мы убьем ее. Вы офицеры, ваш долг спасти Герберта. Герберт. Мы вернем Герберта. Алан Скарф. Си Дэвид Джонсон. Коллет Стивенсон. Стивен Ловат. Гордон Майкл Вулвит. Энди Маршалл. И Джон Бэтч в роли капитана Немо. Таинственный остров. Вы видели, как его поймали? О чем вы говорите? Вы видели, как Герберта взяли в плен? И ничего не сделали. Вы испугались и сбежали. Это ложь. Разве? Они его мажут грязью. Взаимное непонимание. Они хотят совершить обмен. Идемте. Нуи. Им нужна ты. Я думаю, они побоялись убить Герберта, потому что она оказалась у нас. Теперь они его разрисовывают, чтобы он походил на них. Они хотят совершить обмен одного человека на другого. Они не станут убивать Герберта. Они хотят поменять его на нее. Господи, Сайрус, отдайте им девушку. Но она почему-то боится их. Нас это не касается, мы должны вернуть Герберта. Она сбежала от них. Что они с ней сделают, когда она попадет к ним в руки? Есть мысли, Спилет? Вы же знаток местных обычаев. Они боятся оружия. Когда они вернутся, мы откроем огонь. Нападем. Не стоит. Если мы начнем стрелять, что они сделают с Гербертом? Согласен. Что вы предлагаете, Хардинг? Что я предлагаю? Я предлагаю их напугать. Хочешь убить белого человека? Да, они же дикие. Они примитивные и очень подозрительные. Поэтому они не поверят и пронзят вас стрелами. Спилет, я отвечаю за парня. Если с ним что-то случится, я буду виноват. Если вам есть что предложить, говорите или не мешайте. Почему-то она испугалась. Она боится диска. Как вампир Криста. Мы решили испугать их, и теперь точно знаем, чем. Отдайте нам Нуи, возьмите белого человека. Кажется, они предлагают обмен. Я пойду. Нет, нет, нет. Нет, капитан. Ваш план, конечно, смешон, но это я не уследил за Гербертом. И вдобавок, кому же изображать бога, как не англичанину? Почему-то они не выходят. Смотрите. Слушайте меня! Отпустите парня! Отпустите с миром!
Это смерть. Герберт, ты свободен. Идем со мной. Это человек! Это человек! Копье! У него кровь! Беги, Герберт! Беги! Беги, Герберт! Сайрус, почему Гидеон вызвался возвратить Герберта? Я не знаю. Может, счел себя обязанным. Отдайте нам Нуи! Не отдавайте меня! Не отдавайте! Когда умрет огонь, умрет белый мужчина. Когда умрет огонь? Если мы не вернем девушку до того, как огонь погаснет. Они убьют Гидеона. Капитан, если я могу что-то сделать, чтобы спасти жизнь мистера Спилета, скажите. Но мы не можем ее отдать. Приготовьте копья! Убивайте скорей. Клянусь, мы тебя не отдадим. Я обещаю. Они не оставляют нам выбора. Гидеон прав, мы должны их убить. Если мы откроем огонь, ситуация еще более усложнится. Но мама права. Это не лучшее решение. Это вообще не решение. Это он. Точно такой же свет мы с отцом видели в святилище. И после того, как увидели свет, вы смогли выбраться? Да. Я прошу тебя довериться мне. Идем. Капитан! Должен быть другой путь. Не волнуйся, все будет в порядке. Они нас не понимают. Приготовьтесь. Подождите. Стойте. Возьмите ее. Нет! Куда он побежал? Для тебя это честь? Мне она не нужна. Это честь для нашей семьи. Тогда сражайся с чудовищем. Но избрана ты. Мы мирные люди. Да. Итак, мы сохраним мир. Ты выбрана и гордись этим. Он, кажется, знает, что надо делать. Как всегда.
Сюда. Да вы следопыт. Они не убрались с острова, это точно. Золотой диск. Что? Что ты хочешь сказать? Мы нашли его в святилище. Они, наверное, туда пошли. Что им там нужно? Хотят принести жертву. Человеческую жертву. Ты мой брат. И я этим горжусь. Ты моя сестра. Мы должны что-то сделать. Что мы можем? Их слишком много. Здесь вы с отцом попали в ловушку? Да. Представляю. Давайте начнем. Пожалуйста, выберите кого-нибудь другого. Нуи. Стреляй! Нет, Гидеон. Будет лишь хуже. Иди смело. Ты была избрана? Послушайте, я не верю, что они это делают без причины. Что случилось? Перед тем, как появился свет, что случилось? Ничего особенного. Пузыри воздуха и огонь под водой. Да, то же самое видели мы с отцом. Думаю, у Хардинга есть план. Золотой диск. Пусть боги меня защитят. Она войдет внутрь. Все обойдется. Сайрус знал, что они пойдут сюда. Стой. Все идет по плану. Почему она закричала? Не знаю. Я этого не вынесу.
Она умерла. Нам лучше уйти отсюда. Все уже сделано. Почему мы не спасли ее? Не спеши с выводами. Ты сам говорил, что зеленый свет не причинил вам вреда. Но никто из нас так не кричал. Клянусь, Герберт, я думал, что Хардинг знает, как ее спасти. Вы ошибались. Вы знаете, что еще с отцом мы здесь видели, мистер Спилет? Кости, человеческие останки. Как мы могли позволить ее умертвить? Герберт, идем. Как мы могли допустить такое? Герберт, успокойся, пожалуйста. Я его догоню. Тихо! Я его потерял. Думаю, он побежал к пещере. Идемте. Нуи! Вот и попался, белый дикарь. Что тебе здесь нужно? Вы проклятые. Вы больные. Моя сестра сражалась с чудовищем. Она умерла. Я не понимаю, что ты говоришь. Успокойся. Вы заразные. У вас жуткое оружие. Я уничтожу тебя. Вы ни на что не годитесь без вашего оружия. Нуи? Победила чудовище! Я прославила семью и себя! Что она сказала? Я не знаю. Наверное, она рассказала, как я ее спас. Я победила чудовище!
Нуи! 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 Ты больной! Возьмите нас. Мы случайно здесь оказались. У нас нет лодок. Возьмите нас с собой. В свои лодки. Увезите нас с острова. Вы больные. Ваша кожа ужасна. У вас волшебное оружие. Вы нам не нужны. Оставайтесь здесь. Это ваш остров. Живите здесь. Умрите с вашим оружием. Умрите от своей болезни. Мы вас не возьмем. Постой. Вас очень мало. У вас только один остров и плохая кожа. Если не дикари убили Айртона, может, он случайно погиб? Он мог упасть со скалы. На его теле нет ни ушибов, ни ран, ничего. Разве это имеет значение? Да, я думаю, имеет. В последний раз мы видели его у озера, где водится фантом. Верно. Если мы узнаем, что случилось с Айртоном, то это прояснит многое о вашем фантоме, капитан Хардинг. Что в этом озере, Сайрус? Когда вы расскажете, что там случилось? На русский язык фильм озвучен компанией «Лайко», Санкт-Петербург.